Всем привет, мои хорошие! Для начала приготовим маринад. В кастрюлю вливаем 1 литр чистой питьевой воды. Добавляем 3 столовые ложки соли без горки. Добавляем 2 чайные ложки сахара, также без горки. Треть чайной ложки смеси перца, 5 горошин душистого перца, 3 звездочки гвоздики, треть чайной ложки молотого кориандра, 1 чайную ложку французской горчицы в зернах, 3 лавровых листика. И все хорошенько перемешиваем. Отправляем маринад на огонь и доводим до кипения. Когда маринад закипел, снимаем кастрюлю с огня и даем остыть. Пока остывает маринад, займемся мойвой. Нам понадобится 700 грамм рыбы, у меня свежемороженая. Я ее на ночь оставила в холодильнике, чтобы она разморозилась. Теперь мойву необходимо очистить. Для этого отрезаем голову, разрезаем брюшко, удаляем внутренности и обязательно удаляем черные пленки, чтобы рыба не горчила. Не жарьте и не запекайте. Простой рецепт приготовления маринованной мойвы. В рыбном магазине меня научили солить мойву. Невероятно вкусный и простой рецепт засолки мойвы. Если вы не знали, что приготовить из мойвы, то это великолепный рецепт рыбы пряного посола. Отличная идея на обед или ужин из простых и доступных продуктов. Не стыдно подать их к праздничному столу. Маринад для рыбы еще никогда не был так прост. Малосольная мойва пряного посола никого не оставит равнодушным. Теперь мойву необходимо промыть под проточной водой. Вот такая рыбка получается. Перекладываем мойву одним слоем в удобную емкость для хранения. У меня прямоугольная стеклянная форма для выпекания. Также нам понадобится один довольно крупный репчатый лук. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Ba-ba-da-b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 a-
Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, какой ваш любимый рецепт засолки рыбы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь разделяем полуколечки друг от друга. И выкладываем треть лука на рыбу. Снова выкладываем рыбку одним слоем. Теперь лук. Снова рыбка. И завершающий слой лук. Тем временем маринад остыл. Теперь добавляем в маринад 2 столовые ложки столового 9% уксуса и 3 столовые ложки рафинированного растительного масла. Перемешиваем. И заливаем маринадом рыбу с луком. Маринад должен покрывать рыбу полностью. Накрываем пищевой пленкой. Я накрываю 2 слоями, чтобы запах не распространялся по холодильнику. Оставляем промариноваться мойву на 1 сутки. Маринованная малосольная мойва пряного посола готова. Подаем к столу. Это невероятно вкусная, нежная рыбка никого не оставит равнодушным. Великолепная идея, как посолить рыбу легко и просто. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Дешево и полезно. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.